Знаете, у нас есть такая, с одной стороны, мы всегда выступали за действительно работу в направлении морально-нравственной деградации, надо действительно с этим что-то делать и работать. Надо ограничивать поток со СМИ идущей информации о насилии, о сексе, о криминале, вот этой романтике и так далее. Но с другой стороны, мы отлично понимаем, что любая инициатива и закон в нашей стране используется как политическая норма давления на оппозицию или на неугодных. Тому пример очень хороший 282-я статья, которую они ввели и применяют исключительно, так называемое, сделали из нее русскую статью, и применяют исключительно для борьбы с вольнодумством, с книгами и с мыслями людей. Боюсь, что этот закон будет использоваться нашими чиновниками и прокуратурой точно так же, что неугодных просто будут выталкивать за политические рамки.